Константин Арбенин. Эхо и его ухо. В одной заброшенной пещере обитало эхо. Как оно выглядело, оно и само не знало, потому что было невидимым. Вероятнее всего, у него был рот и ухо, может быть, глаза, а больше ему ничего и не требовалось. Да и этого хватало, ведь вся жизнь эхо проходила во сне. В необитаемой пещере вторить некому. Эхо спало целыми годами, к нему очень редко кто заглядывал. Однажды забрел в пещеру медведь Шатун. Пошатался туда-сюда и случайно наступил спящему эху прямо на ухо. Эхо от неожиданности как заорет во весь голос: «А-а-а!» Медведь испугался и тоже как зарычит: «А-а-а!» Потом остановился, стал оглядываться. А никого под ногами не видно? Испугался медведь, как это эхо раньше рыка появляется, и поскорее убежал прочь. А эхо потом 5 суток спать не могло. Лапа-то у медведя оказалась тяжелая, отдавил он эху его единственное ухо. И после этого случая стало эхо плохо слышать. Вот эхо снова спит, а сказка дальше сказывается. Прошло за сном 10 лет, а может и все 30. Тут как раз изобрел в пещеру следующий гость, некий путешественник-кладоискатель. Вошел он в пещеру, осмотрелся. «Эй, кто здесь есть?» – спрашивает. Эхо спросонья вторит гостю: «Кто здесь ест?» Кладоискатель смутился, решил, что ему послышалось. Повторяет вопрос: «Я говорю, кто здесь живет?» А эхо слышит теперь неважно, некоторые слова совсем разобрать не может. «Кто здесь жует?» – переспрашивает. Кладоискатель нахмурился, кричит с вызовом: «Это кто здесь дразнится?» А эхо отвечает: «Какая разница?» Кладоискатель от возмущения плюнул в пустоту и ушел во свояси. Если бы была в той пещере дверь, он бы этой дверью от обиды обязательно хлопнул бы. Так ему не понравилось, как с ним в пещере обошлись. А зря он обиделся. Зря ушел, потому что в пещере и правда имелся клад. Да еще какой! Старинный, пиратский. Целый сундук золота. 100 лет назад знаменитый флибустьер капитан Брынза собственноручно закопал здесь свои сокровища, после чего по рассеянности потерял карту-план, а сам пропал без вести. Эхо эту историю помнило очень смутно. В те пиратские времена оно было еще совсем маленькое и еле слышное. А вспомнить пришлось. И вот по какому поводу. После неудачного визита кладоискателя эхо снова впало в спячку и только 50 лет очнулось от какого-то очень подозрительного шороха. Пригляделось и видит: по пещере тихой сапой передвигаются 2 таинственные личности. У обоих глаза перевязаны черной повязкой, у одной правой, а у другой левой. Оставшимися глазами они смотрят на компас и в карту. По всему видно, что это не путешественники и не геологи, а самые обыкновенные джентльмены удачи, или, попросту говоря, разбойники. Причем один из джентльменов – дама, разбойница. И усов у нее нет, и пистолеты за поясом сплошь дамские. Разбойники молчат, и эхо молчит. Дошли до конца пещеры и уперлись в стену. Разбойник пошел налево, а разбойница направо, и каждый свой угол стал обследовать, не там ли зарыт клад капитана Брынзы. А надо сказать, что капитан Брынза был очень рассеянный пират. Сундук в яму опустил, а закопать-то забыл. И поэтому разбойница, едва начав обследование, сходу провалилась в ту яму и наткнулась прямо на клад. Разбойник, услышав странные звуки, сразу понял, что сокровище нашел не он, а его компаньонка.
Тогда он вынул из-за пояса револьвер, прицелился в противоположный угол и решительно говорит: «Не тронь! Золото мое! Я тебя убью!» Тут пора бы нашему эху вмешаться, но оно по глухоте своей не дослышало, что к чему, и поэтому повторяет сказанное очень приблизительно. «Золотко мое!» — говорит оно ласковым голосом. «Я тебя люблю!» Разбойница, услышав такое, выглянула из ямы и смотрит на своего компаньона с удивлением, а сама женским наганом в него тоже прицеливается, на всякий случай. «Ты чего, одноглазый?» — спрашивает она настороженно. «Не сошел ли с ума?» А эхо вторит: «Да чего же ты ласковый? Я от тебя без ума!» Разбойник от изумления остолбенел, ушам своим не поверил и кричит в темноту истеричным голосом: «Не с места! Первый выстрел делаю в руку, а второй в сердце!» Эхо из одного угла в другой перекидывает: «Невеста! Предлагаю тебе руку и сердце!» Тут разбойница совсем растерялась. «Так, мужик, — говорит, — ты чего такое задумал?» А эхо передает: «Так неожиданно! Мне надо подумать!» «Чего тут думать?» — возмущается разбойник. «Отдавай мои сокровища, да пошевеливайся!» А эхо совсем уже откровенную от себя тяну несет. «Давай, — говорит, — мое сокровище, поженимся!» Разбойница от таких слов даже пистолет свой опустила, всматривается, не может понять, обманывает ее компаньон или действительно у него серьезные намерения. А у разбойника намерения серьезнее некуда. Он едва только увидел, что подруга пистолет убрала, тут же на курок нажал и бабах! Да в потемках промазал. «Мимо!» — кричит обманутая разбойница и берет обманщика на мушку. «Ну, сейчас-то я тебя!» А разбойник слышит: «Милый, нет счастья без тебя!» Разбойник опешил, понял, что он все-таки ведет себя не по-джентльменски, что даме на такие заявления надо бы совсем иначе отвечать. Приблизился он к разбойнице вплотную, постояли они оба с полминуты в нерешительности, а потом выкинули пистолеты и со всего маху бросились обниматься. «А что ж ты раньше молчал, любимый?» — спрашивает разбойница уже без всякого эха. «Не знаю», — отвечает разбойник. «Как-то все не получалось, дорогая. Все беготня, стрельба, погони. Не знал, с чего начать». Тут пошли у них опять обнимания и поцелуи, а эхо смотрит из своего темного уголка и думает: «Ну, все в порядке, дальше они без меня обойдутся. Они теперь долго друг от друга не отойдут, а вблизи эхо без надобности». Прилегло оно вздремнуть годок-другой, а когда проснулось, то ни разбойников, ни клада в пещере уже не было и в помине. Вот и славно, вот и хорошо, можно еще годков 200 вздремнуть. А разбойник с разбойницей после того счастливого случая поженились и сокровища капитана Брынзы взяли себе в приданое. И, надо сказать, из них получилась образцовая разбойничья семья. Впрочем, разбойничать они перестали. Открыли свое собственное небольшое дельце, купили домик на берегу океана и нарожали себе много детей. И все их дети ходили в модных пиратских повязках. Мальчики носили их на правом глазу, а девочки — на левом.